Цветной пирог с овощами – это очень красочно, позитивно и по-летнему. Классическое блюдо европейской кухни, особенно популярное в южных странах, Италии и Испании. А как оно идет под белое сухое? Рецепт цветного пирога с овощами изобрела не я. Недавно мне подарили одну очень хорошую книгу с классическими рецептами европейской кухни, и среди огромного количества рецептов был и этот. Попробовала испечь один раз, очень понравилось, и с тех пор цветной пирог с овощами – завсегдатай нашего стола, особенно летом и осенью, когда свежие овощи – в достатке. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Сперва необходимо разморозить листы слоеного теста, пусть просто полежат при комнатной температуре. У меня было два листа слоеного теста, следовательно, стояла задача, как склеить два листа в один. Делается это просто, нужно всего лишь смочить листы с одной стороны водой, и этими сторонами их соединить, слегка прижимаем скалкой, и тесто скрепилось. Раскатываем наше слоеное тесто в тонкий пласт, укладываем в форму для запекания, формируем небольшие края 1-2 см, протыкаем тесто вилочкой в нескольких местах и ставим его в холодильник. Брокколи хорошенько промываем и нарезаем вдоль стебля. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Цветную капусту разбираем на соцветия. Отвариваем брокколи и цветную капусту в подсоленной воде буквально на протяжении 5 минут. Со стручковой фасолью и горошком поступаем аналогично, отвариваем 5 минут. Пока отваренные овощи обсыхают, делаем соус. Для этого смешаем тертый сыр, двух сортов, сливки, яйца и сметану. Солим и перчим наш соус, добавляем мускатный орех. Помидоры черри разрезаем пополам. Достаем наше тесто из холодильника, укладываем на него овощи. Заправляем пирог соусом, ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаем 40-45 минут до готовности. Пирог готов, приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Тесто слоеное дрожжевое, 500 грамм, брокколи, 200 грамм, фасоль зеленая стручковая, 200 грамм, сливки 20-22%, 150 миллилитров, дорблю, 100 грамм, сыр эмменталь, 100 грамм, белый перец молотый, 4 чайных ложки, помидоры черри, 200 грамм, мюка пшеничная, 50 грамм, капуста цветная, 200 грамм, горошек зеленый замороженный, 200 грамм, сметана, 100 грамм, яйцо куриное, 3 штуки, соль, половина чайных ложки, мускатный орех тертый, 4 чайных ложки, количество порций, 8. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Друзья, жду вас снова.